What's up, guys? It's Big Drew. I'm over here at Iron Religion in Orlando, Florida, about to get a workout in with the owner, Igor. He always shows me love at Iron Religion. This is my main gym when I come to Orlando, one of the best gyms in Tampa. They got everything you need. They got a posing room. They got cardio stuff. We got an AstroTurf to push the slam, opening up brand new rooms. They just opened up a huge room on the right-hand side. There's another one. So we're expanding the whole building. It's going to be a great gym. Again, Iron Religion Gym in Orlando, Florida, about to kill this back and biceps with the owner, Igor. Let's get it. Привет, друзья! Как и обещал, начинаю серию видеороликов с тренировками. С тренировками с большим парнем. Big Drew. Большим во всех смыслах этого слова. Он большой сам по себе, довольно-таки сильный парень. И он большой друг Рича Пиано. Мы будем тренировать сегодня спину и бицепс. Ясное дело, что натуралом такая тренировка в полном объеме может быть чрезмерной. Но попробовать можно и потом отписаться в комментариях, как кому понравилось. Интересная, своеобразная техника, подход к работе. Будем делать одно упражнение на спину, одно упражнение на бицепс. Вначале, как вы видите, Дрю растягивает широчайшие бицепсы в различных позициях, в различных вариантах. Не сильно тянется, но немножечко статически растягивает мышцы. Не в динамике. Я тоже пробую, хотя вы знаете, что я не сторонник того, чтобы делать растяжку до тренировки. И тем более, ни в коем случае никогда нельзя делать ее между подходами и между упражнениями. Я объяснял уже не раз, почему это так происходит. Потому что нарушаются связи. Вы знаете, как двигаются, как сокращаются мышцы относительно актинового волокна, миозиновое волокно двигается, если вкратце. И когда вы растягиваетесь между упражнениями, между подходами, эти мостики, которые образовываются, они разрушаются. И вам, по сути, постоянно приходится по новой въезжать в упражнения. А так как мы все с вами очень любим связь мозг-мышца, когда качаемся, тренируемся на гипертрофию, то растяжка между подходами, между упражнениями просто противопоказана. Кстати, это может привести и к серьезным травмам, разрывам, микроразрывам и более серьезным, вплоть до отрыва мышцы от кости, точнее сухожилия. Кстати, не забывайте, что широчайшая мышца – это одна большая мышца. Воздействовать на нее, на низ, наверх, на середину невозможно. Можно только целенаправленно прорабатывать всю мышцу целиком, сверху донизу, от внутренней до внешней части. Отсюда следует вывод, что натуральному атлету достаточно одного упражнения на эту мышечную группу. Хорошенько поработать, хорошенько прокачаться, и все, широчайшая мышца растет. Главное выбирать те упражнения, которые наиболее эффективны именно с точки зрения максимального включения центральной нервной системы, отклика гормонального. Это будут подтягивания и тяга штанги в наклоне. Тяга блока различного тренажеров все равно не сравнится, друзья, с тем, как вы поработаете, подтягиваясь на брустьях, на кольцах, на перекладине. Поэтому обращайте на это особое внимание. Тренируйте ваши широчайшие мышцы так, чтобы вы их... Сейчас Биг объясняет, что мы как раз таки будем тренироваться по
принципу одно упражнение на спину, одно упражнение на бицепс, чередовать будем и бегать от тренажера к тренажеру. Вот и вся наша аэробика на сегодня. Кстати, вы тоже знаете, как я отношусь к классическому кардио. Натуральному атлету это вредно. Это вредно в том смысле, что классическое кардио пережигает больше мышечной массы, нежели жировой. Ни вам, ни нам это не нужно. Используйте классическое кардио только как разминку и заминку в упражнениях. Многие парни и девушки пишут о том, что когда работают на спину, у них устают пальцы, кисти и невозможно работать. Что делать? Выход очень простой, друзья. Когда вы после разминочных подходов приступаете к рабочим, необходимо использовать кистевые лямки. Обязательно. Невозможно прокачать спину без лямок. Потому что очень элементарно все и просто. Пальцы, кисти, предплечья – это гораздо меньшие мышцы, нежели широчайшая мышца. Посмотрите, насколько большая, огромная и сильная широчайшая мышца. Естественно, эти маленькие мышцы устанут в разы быстрее, нежели мы с вами сможем утомить достаточно широчайшую мышцу. Поэтому, друзья, всегда запомните себе как закон. Невозможно прокачать широчайшие без использования кистевых ремней, кистевых лямок. Об этом всегда нужно помнить и приобрести себе, либо сделать самостоятельно. У кого не хватает денег, я по молодости из чего только не делал себе кистевые лямки. Из различных вариантов. Даже сейчас не вспомню, каких, где что находил, но самые такие удачные лямки у меня были, когда я на автовазе работал и делал лямки себе из ремней безопасности. Мне, кстати, это нравилось и было очень и очень удобно. Они широкие и не резали руки. Сейчас различные варианты, всевозможные лямок, каждый из вас сможет подобрать себе то, что необходимо именно ему. Когда вы делаете разминочные подводящие подходы, естественно, не нужно использовать кистевые ремни, лямки, для того, чтобы укреплять как раз-таки наши пальцы, предплечья, кисти. Когда работаете на широчайшие мышцы, старайтесь сводить лопатки хотя бы в нижней точке амплитуды. Это с гарантией будет направлять вектор нагрузки именно в широчайшие мышцы спины. Не забывайте замедлять негативную фазу движения. Позитивную можно делать быстро, а вот негативную в 2-3 раза медленнее. Это закон, если вы хотите хорошо и грамотно прорабатывать ваши мышцы с полноценной отдачей. Не забывайте, что именно негативная фаза движения наиболее выгодная, предпочтительная с точки зрения отдачи от тренировок. Я знаю, многие сейчас говорят обратное, но практика доказывает, что именно негативная фаза должна быть подконтрольной. Почему? Да, во-первых, еще просто потому, что практически все травмы, микроразрывы происходят именно когда мы выполняем негативную фазу, а не позитивную. Обращайте на это особое внимание. Следующее упражнение, которое мы сделали с Дрю, как раз таки было тоже на широчайшую, что меня удивило. Но делаем мы его одной рукой. Довольно-таки интересное упражнение, своеобразный пуловер. Необходимо четко концентрироваться, прочувствовать вот эту концентрацию, как вы тянете не рукой. У меня забивается немножечко трицепс, это говорит о том, что я не совсем грамотно работаю, выполняю технически данное упражнение. Если вы будете делать его грамотно, отводить четко руку назад, сокращая широчайшую мышцу, рука не должна уставать, и вся работа и нагрузка должна ощущаться именно широчайшей мышцей спины. Я очень люблю такие упражнения, когда выполняется одной рукой, потому что могу более концентрированно сосредотачиваться именно на работающей широчайшей мышце.
очень-очень важный момент. Концентрация. От концентрации зависит и отдача от вашего тренинга, от наших с вами тренировок. Помните об этом всегда, потому что это очень-очень важный момент именно для тех, кто старается нащупать вот эту связь мозг-мышца. Нарабатывается она, конечно, с течением времени, с опытом, но когда мы тренируемся в силовом режиме именно на гипертрофию, а не на развитие силы, мы должны с вами ощущать работающую мышцу. Очень хороший прием, момент, это перед тем, как начать движение, сокращать, напрягать мышцу, над которой мы сейчас работаем, это широчайшая мышца спины, и только потом уже выполнять движение. Особенно классно это чувствуется, когда мы работаем над грудными мышцами. Oh, yeah. What supplements do you think the best? Protein, maybe BCA, maybe creatine. All day, maybe. BCA? Yeah. I like BCA too. How many grams every day? Oh, I just put on... Maybe 50. 50. Because I put one scoop in one meal, put a scoop in the water bottle. So about 5 or 6 drinks, BCAAs, one scoop, so if it's 10 grams per scoop, 50, 60 grams a day. The more the better with BCAAs. I like BCAAs. Oh, yeah. Как вы поняли, я спрашивал сейчас Биг Дрю о том, какую добавку он предпочитает, если говорить только об одной из добавок. И он сказал BCAA, то, о чем я, в принципе, вам всегда и говорю. Если рассуждать о количестве принимаемых граммов в сутки, я тоже спросил его, и Биг Дрю сказал 50-60 грамм. Конечно, вы можете заподозрить его в том, что человек представляет 5%, ему выгодно рекламировать добавку в больших таких дозировках. Но действительно, когда вы начнете принимать БЦА от 20 до 30 грамм в сутки, вы почувствуете их работу, почувствуете разницу. Принимая по 5-10 грамм, тоже будет эффект, но, естественно, меньший, чем когда вы будете принимать уже от 20 и 30 грамм в сутки. Для меня БЦА это самая лучшая добавка, помогающая мне сохранять мышцы. Вы знаете, я не только тренируюсь с железом, я еще играю в хоккей, в воротах. Минимум 2 раза в неделю. Совмещаю все это с тренажерным залом. Не могу разорваться, потому что люблю и фанатею от обоих этих занятий. И БЦА помогает мне сохранять и энергию. Не забывайте, что БЦА это те 3 аминокислоты, из которых именно состоят наши мышцы, преимущественно из которых. Поэтому они так важны. Посмотрите, как грамотно выбрать хорошие БЦА. У меня есть статья, есть видео, конкретно посвященное этому. И скажу вам, что БЦА не работают только на идиотах с другой планеты. Все, кто родился на голубой планете Земля, будут получать пользу при использовании БЦА как добавки. Невозможно все равно получить то необходимое количество БЦА, как вы понимаете, из пищи. Тем более пища сейчас оставляет желать лучшего. В супермаркетах практически нет еды, содержащей витамины, микро-макроэлементы. Но это тема отдельного ролика. Сегодня давайте вернемся непосредственно к тренировкам. Мы сделали 4 подхода в тяге блока. Мы сделали 4 подходика тяги в кроссовере одной рукой. Широчайшие наполняются. Памп нереальный. Особенно с учетом того, что тяга вертикального блока была, как вы видите, в рабочих подходах очень и очень серьезная. Работали с целым стеком, то есть со всем весовым набором, который есть в тренажере. Я смог сделать 10-8 повторений. Биг Дрю делал 10-12 повторений. Довольно-таки мощно
хорошо прокачали. И сейчас именно концентрированным упражнением мы нагоняем туда побольше крови, чтобы памп, как мы все с вами любим, ощущался очень и очень хорошо. Видите, Big Drew помогает мне, подсказывает, что нужно руку отводить немножечко дальше, именно за счет сокращения широчайшей мышцы спины. Разница ощутимая, и мышцы реально начинают гореть, как при статодинамике. Кто не пробовал статодинамику Силуянова, обязательно рекомендую. Лично я сам использую в своем тренинге эту программу неделя через неделю. Big Drew подсказывает, чтобы корпусом я не двигал, чтобы он был статически в одном положении, чтобы работать исключительно широчайшей мышцей спины. И, как вы видите на видео, она действительно очень хорошо работает, хорошо пампится. Рельефа мне, конечно, недостаточно, я согласен с критиками и хейтерами и троллями в мой адрес. Но, друзья, я и, как вы знаете, не придерживаюсь никаких диет. Стараюсь более-менее есть чисто, без фастфуда. Частенько позволяя себе различные вкусняшки. Не совсем полезные, но потихонечку, да, под воздействием вашей критики, да и самому хочется посмотреть, как буду выглядеть не просушенным, но хотя бы более-менее рельефным при 10-12% жира. Сейчас во мне 15%. Ну что, друзья, после того, как мы поработали в одной рукой, каждой рукой отдельно, мы поработаем и двумя руками. Но перед этим я спросил Big Drew о том, как он относится к тому, что именно не он стал лицом 5%, а я был уверен, а Форд. Ну, в принципе, друзья, как я и думал, все дело в промоушене. Все-таки Форд актер, он более медийная, более известная личность. И с точки зрения маркетинга посчитали, что выгоднее для компании будет поставить именно его. Хотя всем понятно, что Big Drew и больше, и сильнее, естественно, массивнее, и более восприимчив именно нами, любителями экстремальной массы, силы, сумасшедших тренировок, хардкорных, нежели актер. Но, друзья, это все бизнес, политика, политика бизнеса именно, поэтому не будем заблуждаться и строить иллюзий. Также я спросил Big Drew, что он думает по поводу того, способен ли кто-то из современных блогеров, атлетов или кого-нибудь другого занять место Рича. Естественно, он подтвердил и мои мысли, мои взгляды на это, что такого же человека, как Рич, сейчас нет и не знаю, когда появится. Рич действительно был маяком. Несмотря на то, что он в последнее время не выступал, несмотря на то, что он использовал синтол, все это нивелировалось именно личностью Рича, его открытостью. Я с ним познакомился, когда он впервые пришел в мой зал в Орландо, когда приезжал на выставку со своей компанией, со своими ребятами. Меня удивила его реальная открытость. Он поздоровался за руку с каждым, кто был в зале, сфотографировался с каждым. Естественно, не беря, как другие атлеты, за это ни деньги, ничего. Он открыто со всеми пообщался, поговорил. Пока люди, все, кто хотел, не подошли, не сфотографировались с ним, не пообщались, он не приступил к своей тренировке. И даже, друзья, можно говорить, конечно, что Рич прекрасно понимал, как нужно вести себя со своими поклонниками, с нами, грубо говоря. Я знаю очень многих атлетов, которые тоже это понимают, но ведут себя совершенно по-другому. Можно и нужно отдать дань
Ричу именно за это. Именно поэтому мы все его любили, именно поэтому он был самым просматриваемым блогером на YouTube. Можно сказать, он был маяком именно данных лет. И неизвестно, надеюсь, мы с вами увидим, возможно, рождение какой-нибудь новой подобной звезды. Звезды с точки зрения именно того, как своим светом он мотивирует к тренировкам совершенно людей, которые даже, возможно, не знакомы со спортом. Кстати, что интересно, я думал, что, в принципе, Рича, особенно в Америке, знают все. Но есть люди, которые его вообще не знают. Хоккеисты, к примеру, я не раз спрашивал в раздевалке, в разных команд у ребят. И процентов 95 вообще ни разу не слышали, кто такой Рич. Естественно, люди далеки от спорта в плане именно железа. Но все равно, я думал, что все-таки люди знают его в масштабах как бы страны, хотя бы отдельно взятой, такой как Америка. Но нет, друзья. Поэтому не стоит заблуждаться, нужно понимать, что наше сообщество, наше движение, оно не столь многочисленно, как может показаться на первый взгляд. Наверняка даже не 5% людей на Земле вообще в принципе тренируются. Не тренируются в тренажерном зале. Естественно, спортом занимается гораздо большее количество людей, но все же. После того, как мы поработали еще и двумя руками, два подходика сделали, чтобы уж конкретно добить наши широчайшие, мы двигаемся, как я понимаю, прокачивать бицуху. Будем это делать гантелями. Гантельками, да, и у нас отдельная гантельная зона, специально удобная, людям это нравится. Хотя мне кажется, что она немножечко маловата, поэтому мы закупили еще гантельный ряд. И вот туда вправо, видите, у нас мы там освободили помещение, тоже будет гантельная зона. Уже зеркала вот готовы. Очень интересно будет сегодня прокачка бицепса. Будет три подхода. В первом подходе будем делать 30 повторений, во втором 20 и в третьем 10. Естественно, гантель будет утяжеляться от подхода к подходу. Я так понимаю, основная цель первых двух подходов — нагнать как можно больше крови в мышцу, а потом уже добить ее хорошенько тяжелым подходом. Кстати, очень важный момент. Возможно, у людей есть такая же проблема, как бывает частенько у меня. У меня начинают болеть брахиалис и сухожилия гораздо раньше, чем я чувствую работу бицепса. Это большая проблема. Я не знаю, как с ней справиться, не знал. Обращался к моему другу Густаво Боделлу. Вы знаете, человек несколько раз занимавший третье место на конкурсе «Мистер Олимпия». И он мне посоветовал следующий пример. Как раз таки первые подходы делать с очень незначительным весом на большое количество повторений. Я пробую, пока срабатывает, но все равно есть еще присущую утомляемость в сухожилиях. Связано это, я думаю, с тем, что по глупости раньше тоже очень много подтягивался без разминки. Именно поэтому и в своих книгах, и в своих статьях я вас всегда наталкиваю на то, что просто крайне необходимо делать специальную разминку и для брусьев, и для подтягиваний. Ведь вес нашего тела — это будет рабочий вес. И он может стать чрезмерным. Чтобы не повторять моих ошибок, делайте разминку, специальную разминку. Я бы не сказал, что у нас спина была памповая. Реально там 10-12 повторений, особенно в тяге вертикального блока, было очень тяжело.
Что касается тренинга. Если вы хотите грамотно тренироваться, я рекомендую приобрести мои книги. Отдельно книга для мужчин, отдельно книга для женщин, для девушек, где вы сможете с первых шагов на протяжении 2 лет получать грамотный план тренинга, питания, какие упражнения делать, сколько подходов, какой вес, сколько отдыхать. Различные вопросы, какие только вы можете придумать, все собраны в книге. И для мужчин, и для женщин. Всего $25 стоит каждая книга. Если вы хотите тренироваться грамотно, вы просто обязаны купить, приобрести эту книгу. Посмотреть на мир тренинга совершенно под другим углом. Вы знаете, что все мои рекомендации носят андеграундный характер. Многие атлеты, ведущие спортсмены тренируются совершенно по-другому, дают другие советы. Но практика моя более чем 25 лет личного тренинга, больше 10 лет тренинга работы персональным инструктором показывает, что тренироваться нужно совершенно по-другому. Современная фитнес-бизнес-индустрия, к сожалению, впаривает нам ересь, мифы, лажу, другими словами. И поэтому серия книг у меня так и называется «Fuck Fitness». Для мужчин это ступени натурального бодибилдинга, для женщин это крепкий орешек. Это квинтэссенция, друзья, повторяю, знаний. Особенно, девчонки, у вас книга в 2 раза объемнее, чем мужская, потому что рассматривается очень много вопросов по поводу подхода к тренингу относительно цикла, относительно всех 4 фаз. Менструального цикла. Ну что, друзья, тренируемся, продолжаем долбить банки. Памп уже нереальный. И когда мы подходим к подходу заключительному на 10 повторений, естественно, болит уже все, все каменеет. Но это, как мы с вами знаем и любим, очень-очень приятное ощущение для качка. Не забывайте, друзья, что крепатура – это не, как говорят некоторые, накачка крови, пампа, от этого крепатурит мышцу. Нет, это показывает только безграмотность современного фитнеса. Крепатура, друзья, это все очень просто объясняемо. Когда мы тренируем наши мышцы, мышцы сокращаются, они укорачиваются. И после того, как мы дали себе новую нагрузку, или хорошо просто загрузили себя, мышца сокращается, укорачивается, и мы чувствуем крепатуру. Если не давать ей, не возвращать ее в дотренировочное состояние, а нормальное состояние мышцы – это не спазмированное состояние, это расслабленное состояние, мягкая мышца должна быть эластичная, может произойти и обязательно произойдет травма. Насколько серьезная будет зависеть от многих факторов, но почему так происходит? Именно потому, что от нагрузки постепенно-постепенно мышца может действительно укоротиться. Если вы не делаете растяжку ежевечерне на все группы мышц, особенно на те, которые были тренированы, вы не возвращаете ваши мышцы в расслабленное состояние, не расслабляете их, они сокращаются и могут действительно укоротиться настолько, что любая даже уже привычная для вас нагрузка может привести к травме. А если вы еще и на следующей тренировке попробуете сделать какой-нибудь рекорд, повысить нагрузку, можно получить настолько серьезную травму, которая просто выбьет вас из процесса тренинга, возможно, навсегда. Ну что, друзья? Как вы видите, следующим упражнением мы прорабатываем заднюю дельту. Задняя дельта – это, друзья, задний мышечный пучок плеча, ну, правильно говорить, дельтовидная мышца, которая состоит из 3 пучков. И она, как раз-таки, в отличие от широчайшей мышцы спины, требует 3 различных упражнений, потому что мышечные волокна направлены в разные стороны, и чтобы прокачивать тот или иной мышечный пучок, необходимо, чтобы вектор движения совпадал с мышечными пучками, с тем, как они расположены в мышце.
Почему очень важно тренировать заднюю дельту и уделять внимание больше всего именно этому пучку? Да потому что именно задняя дельта, во-первых, определяет, насколько мощным может быть весь ваш плечевой комплекс, и говорю я сейчас именно о дельте, насколько мощными могут раскачаться и средний, и передний пучок. И именно задняя дельта, если вы посмотрите на атлетов, которые выглядят, как сейчас модно принято говорить, 3D, 3D мышцы у них, это именно заслуга заднего пучка. Потому что задний пучок диктует, насколько визуально будут казаться огромными ваши дельты. И задний пучок необходимо тренировать, естественно, с двойным усердием, что я всегда рекомендую и делаю сам. Чередуя нагрузки с более тяжелыми весами на меньшее количество повторений, естественно, с более легкими весами на большее количество повторений. От тренировки к тренировке. Если вы качаете спину, можно делать задний пучок. В конце тренинга нужно делать, а когда я тренирую дельты отдельным днем, я начинаю с задней дельты и частенько заканчиваю еще тоже работой в пэк-дек двумя-тремя подходами, чисто чтобы нагнать туда побольше крови. В общем, как вы поняли уже, друзья, заднему пучку дельт я уделяю особое отдельное внимание. И рекомендую и советую это делать настоятельно вам. Если при работе на широчайшие нагрудные мышцы нам необходимо сводить лопатки вместе, то при работе на дельты нам этого нужно избегать. Старайтесь не сводить лопатки вместе в работе на задней дельты, чтобы не переключать нагрузку еще и на трапеции. Прочувствуйте это движение, почувствуйте, как работают именно задние пучки дельт. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд, на первый момент. И уже в первой тренировке после 2-3 подходов вы сможете чувствовать, что работаете именно задним пучком. Просто используя, применяя все рекомендации, которые я вам даю. Не забывайте, есть такое понятие, как рейтинг мышечных групп. У меня есть отдельная большая статья об этом, видеоролик. Посмотрите, изучите, вам станет очень многое понятно. И, естественно, вся эта информация есть тоже в моих книгах, которые я вам настоятельно рекомендую приобрести. Особенно, если вы инструктор. Особенно, друзья, если вы взяли на себя смелость, ответственность тренировать других людей. Да и себя тренировать тоже ведь нужно грамотно, осознавая, что для чего, почему и как вы делаете. Только так можно добиться серьезных результатов, в принципе, в любом деле. Я думаю, вы со мной согласны. Чем более грамотно мы подходим к вопросу, особенно если это связано с нашим здоровьем, тем лучше будет результат, тем лучше, качественнее и быстрее будет эффект. Часто меня спрашивают, какой самый быстрый путь, самый быстрый способ накачаться, стать сильнее, стать больше, быстрее, выносливее, неважно. И, естественно, друзья, я всегда отвечаю, что самый короткий путь – это грамотный тренинг. Естественно, вы должны понимать, что для чего вы делаете, при хорошем качественном питании и, самое главное, полноценном восстановлении. Еще великий Дориан Ятс говорил, что не тренировки нужно подстраивать, точнее, что не питание и восстановление нужно подстраивать под тренировки, а именно тренировочный процесс необходимо нам с вами подстраивать под наши жизненные реалии. Как мы питаемся, какой пищей, насколько качественной, насколько полноценно мы с вами восстанавливаемся, спим ли мы достаточно 7-8 часов ночью, если у нас возможность отдохнуть днем. Все эти факторы, естественно, влияют на то, как вы тренируетесь. И если мы с вами будем их игнорировать, это ни к чему хорошему не приведет, а плачевные результаты, плачевные состояния может вызвать. Я никому
этого не пожелаю, потому что от травмы до состояния хронической усталости, которое настолько тяжело вылечить, настолько тяжело от него избавиться, а чтобы понимали, это такое состояние, когда вы настолько устаете, что не можете на самом деле заснуть, хотя хотите спать. А просыпаясь, вы чувствуете такое ощущение, как будто вы не спали. Ваше тело ломит, кости ломит, как от тяжелого гриппа. Вы постоянно-постоянно чувствуете сильную усталость в организме. Ничего не помогает. Это очень, друзья, поверьте, плохое состояние. И жить с таким состоянием очень тяжело. Просто жить. Я не говорю уже работать и тренироваться. А учиться при таком состоянии тоже практически нереально, потому что сконцентрироваться на запоминании, получении каких-то знаний будет просто невозможно. Организм наш так устроен. Нельзя нам перегружать центральную нервную систему. Если перегружена центральная нервная система, то все остальные системы организма дают сбой. И мы с вами получаем полный букет проблем. Нам это не нужно. Следующим движением, как вы видите, работа, концентрированная в специальном тренажере. Каждой рукой отдельно. Я тоже очень люблю данное движение. Сделали мы 2 подхода по 15 раз с более легким весом. А третьим подходом делаем суперсет. Выставляем тяжелый вес, делаем 10-8 повторений, затем сбрасываем вес чуть ли не в половину и делаем, добиваем сразу же еще 15 повторений. Сумасшедший памп, сумасшедшая накачка вам гарантирована. Если кто-то попробует данную тренировку, обязательно отпишитесь в комментариях, насколько она вам понравилась. Хотите еще видеть подобные ролики на моем канале? Просто хотя бы для мотивации, для разнообразия. Обязательно пишите тоже в комментариях, ставьте лайки. И Биг Дрю живет не так далеко, 2 часа от меня в другом городе, в Тампе. Он готов приезжать в 1-2 недели, чтобы проводить совместные тренировки. Ему очень нравится наш зал. Да, честно говоря, этот зал не может никому не нравиться. Это просто один из самых больших залов, где мы стараемся собирать тренажеры, которые необходимы именно для бодибилдеров. Многим тренажерам, вот на котором сейчас мы работаем в данный момент, лет 30, это вообще, наверное, первая линейка Paramount. Я ждал, когда Gold Gym избавится от него, приобрел. И Big Drew, кстати, выбрал именно его, хотя у меня есть более современные тренажеры, чуть ли не этого года. И также есть тренажер еще на средний пучок Delt. Тоже я его очень долго ждал, пока избавится от него Gold Gym. Приобрел канадский тренажер от компании Атлант, по-моему. Очень хорошая компания. Такие делает тренажеры наподобие Hammer, еще более брутальные в плане того, что не изгаляется над дизайном, а качество и неубиваемость. Вот ихний основной принцип. Так что, друзья, потихонечку осваивайте знания. Когда вы будете получать необходимое количество знаний, они должны, если вы адекватно логически мыслящий человек, перерастать в понимание. Именно понимание очень и очень важно, потому что можно обладать огромным количеством знаний, но понимания не будет. И это еще хуже, если понимание будет безграмотным, можно только навредить себе очень и очень серьезно. А мы с вами хотим этого, наоборот, избегать. Также многие спрашивают, откуда я беру мотивацию уже больше 30 лет тренироваться без перерывов, без отдыха. У меня были перерывы только когда по состоянию здоровья я болел и не мог ходить на тренировки.
Кстати, если вы простыли, я тоже вам не рекомендую тренироваться, потому что это будет только ухудшать ваше состояние. Конечно, если вы не выступающий спортсмен и на кону у вас не стоят какие-либо серьезные соревнования. Что касается мотивации, то, друзья, если вы черпаете ее откуда-то извне, ни к чему хорошему это не приведет. Мотивация должна быть внутри. Как мотивация есть, спать, заниматься любовью. Для этого вам же не нужна мотивация. Точно так же и с тренингом. И не обязательно это должны быть упражнения в тренажерном зале. Не обязательно это должна быть качка. Пусть это будет теннис, шахматы, плавание. Неважно. Почувствуйте в себе внутреннюю мотивацию. И тогда вы будете добиваться максимально возможного успеха и в плане результатов от того, чем вы занимаетесь, и в плане сохранения и улучшения вашего здоровья. А что может быть важнее, чем сохранение и улучшение нашего с вами здоровья? Конечно же, ничего. Здоровье, друзья, это наше все. Заключительным упражнением был вот такой суперсет. Тоже на бицепс делали подъемы стоя с EZ грифом, а затем такой очень интересной техникой работали, добивали бицепсы. Но скажу сразу, что для моего плечевого сустава это было не очень комфортно. Я чувствовал маленечко боль в левом травмированном суставе. И на самом деле я бы, наверное, не рекомендовал делать именно вот такое упражнение. Особенно, если у вас есть какие-либо проблемы с суставами. Или если вы хотите избегать этих проблем. Чем проще мы с вами тренируемся, друзья, чем ближе это к основным функциям той или иной мышечной группы, тем это эффективнее и безопаснее. На этом наша тренировка была закончена. Надеюсь, она вам понравилась. Хотя бы просто вы провели время с пользой. Пишите комментарии и увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Пока!